тесто на бисквит. Можно приготовить за 5 минут. 2 яйца, щепотка соли, сахар 150 грамм, растительное масло 60 грамм и молоко 250 миллилитров. У меня теплое. Половину наливаю. Мука 250 грамм. Ванилин. И разрыхлитель 10 грамм. И доливаю молоко. 5 минут и тесто готово. Разъемная форма для выпекания размером 24 сантиметра. Дно затянула бумагой для выпечки, ничем не смазываю. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю в духовку выпекать минут на 25-30, в зависимости от вашей духовки. Проверяем деревянной шпажкой. Бисквит готов. Выпекался ровно 35 минут. Бисквит еще теплый. И даю ему полностью остыть. Самый простой и самый вкусный крем на молоке. 2 яйца, половина чайной ложки соли, 150 грамм сахара, кукурузный крахмал 50 грамм. Это где-то 3 столовые ложки с большой горкой. И ванилин. И молоко. При постоянном помешивании довожу крем до кипения. Закипел, сразу выключаю нагрев. И пока крем еще горячий, добавляю сливочное масло 50 грамм. Беру немножко шоколада, грамм 30 горького. Добавляю к нему крем. Получилось 2 крема. Шоколадный и белый. И оставляю их остывать. Смотрите, какой красавчик получился. Торт буду собирать в кольце. Бока затянула пленочкой. Крем выкладываю в середину. Оба бока выкладываю шоколадный. Теперь кладу верхний корж. Торт постоял 2 часа в холодильнике. Смотрите, какой получился симпатичный по бокам. Осталось немножко шоколадного крема и растопила белый шоколад. Очень простой рецепт бисквита на молоке. Типа молочной девочки. 3 яйца, щепотка соли, 120 граммов сахара. Взбиваю. Молоко 150 миллилитров. Мука 200 грамм. Ванилин. И разрыхлитель 10 грамм. Все тесто разделила на 3 равные части. У меня будет 3 коржа. У меня прошло 10 минут. Переворачиваю коржик. Бумага хорошо отходит. 3 коржа готовы. Посмотрите, какие замечательные коржики получились. Мягенькие, воздушные.
Для крема 2 яйца, небольшая щепотка соли, сахар 120 грамм, ванилин, кукурузный крахмал 50 грамм, сметана 300 грамм. И этот удивительный ингредиент — это ягодный сок. Ягодный. Поставила на плиту на средний нагрев. И уже никуда от крема не отхожу. Постоянно помешиваю, чтобы крем не пригорел. Крем загустел, закипел. Сразу снимаю с плиты. Ягодный заварной крем я остудила. Сливочное масло у меня 180 грамм. Я заранее его вытащила из холодильника, нарезала. Оно у меня уже комнатной температуры. И заварная часть тоже комнатной температуры. Это обязательное условие, чтобы крем не расслоился. Два яйца, щепотка соли и 60 грамм сахара. Мука 60 грамм. И добавлю ванилин. Вмешиваю сверху вниз. Разъемная форма для торта диаметром 24 сантиметра. К этому моменту духовка должна быть уже разогрета до 180 градусов. Отправляю в духовку выпекать минут на 15-20 в зависимости от вашей духовки. Бисквит очень маленький, всего на 2 яйцах. Выпекается быстро. Бисквит готов. Выпекался ровно 15 минут. В первую очередь замочите желатин. 10 граммов желатина и 50 миллилитров воды. Сливки 33% жирности. 450 миллилитров взбиваю. Холодные сливки очень быстро взбиваются. Добавляю сгущенное молоко, одну банку, 380 грамм. Желатин распустился. Продолжаю взбивать крем и добавляю желатин. Вот теперь крем окончательно готов. Весь крем отправляется. Красота какая. Торт постоял ночь в холодильнике. Я сделала заливку шоколадную. 50 на 50. Сливки и горький шоколад. И добавила немножко сливочного масла, грамм 10. Прошло 15 минут. Какое нежное суфле получилось!